Меня зовут Александра Алимшан. Большое спасибо за отличную, вот скажем, информационную презентацию по Северному Кипру плюс по своей компании. Я хочу немного рассказать вам о регионе и чуть-чуть несколько слов про нашу компанию. Мы называемся Neonlar Group of Companies, на рынке с 1973 года. В этом году уже будет полных 45 лет, как работает компания. Это семейный бизнес, семейная компания, уже второе поколение в управлении. Это одна из старейших компаний на Северном Кипре. И переходим плавно из города Фамагусты, про который вам только что рассказывала Алимшан. Он является второй по величине город на Северном Кипре после столицы, в поселок Искеле, а именно Лонг-Бич. Это песчаный пляж протяженностью около 15 километров, натуральный песчаный пляж. Подчеркиваем, что в принципе весь остров Кипр — это галька, галечные пляжи, песка довольно мало. Сам песок находится в районе восточного побережья, проходя от южного Кипра, в частности Айанапа-Протарас, и до заповедной зоны полуострова Карпас. Весь этот регион является песчаным. Для застройки самый оптимальный вариант — это как раз-таки побережье Лонг-Бич. Муниципалитет поселка Искеле занимается благоустройством данного района. Все пляжи, также вся инфраструктура и все инвестиции идут именно от муниципалитета. Пляжи полностью оборудованы лежаками, а также душевыми и туалетными комнатами. На пляжах находятся кафе-рестораны, беговые велосипедные дорожки, детские площадки. Все необходимое для комфортного отдыха. Попадаем на пляж по подземному пешеходному переходу. Он находится рядышком, сразу около нашего офиса. В принципе, вот фотография в сезон. Людей довольно много, но в то же время нет толкучки на пляже. Опять-таки чистое море, чистые пляжи. Ночные виды. И то, что предлагает наша компания, это компания Neonlar. В данном районе, именно на побережье Лонг-Бич, мы находимся уже около 10 лет. Это время, в принципе, за 5 лет развития района вся застройка и образовалась. Наш главный офис находится сразу около моря. Вот он здесь. За офисом комплекс туристический, это только аренда. Квартиры с двумя спальнями, заполняемость 100% как в сезон, так и в принципе и вне сезон. Первый проект на побережье шел 15-й, продажи начались примерно 10 лет назад. С него в принципе пошла узнаваемость по Северному Кипру на острове. И на сегодня можно сказать, что завершенных проектов у компании 16. 17-й комплекс — это вот Royal Sun Residence в данном районе. Является одним из самых крупных проектов на Северном Кипре и готов почти на 100%. В декабре 2018 года у нас идет сдача объектов. И здесь же мы предлагаем 18-й комплекс, также 19-й проект, 20-й в город. В общем, тоже не очень хочется вас утомлять цифрами и объектами. Давайте перейдем к тому, для чего мы здесь собрались. Мы для вас привезли новый проект совместно с четырьмя компаниями. Компания наша называется Four Visions Development. Это компания Dovech, про которую вам уже Алимшан рассказал, компания Neonlar, это я представитель, и две компании Rijaolu и Tunaly. Это все компании являются крупнейшими строительными компаниями в своем регионе. Можно по карте посмотреть, где находится каждая из компаний, то есть мы не конкуренты друг другу. И для увеличения привлекательности с точки зрения инвестирования в Северный Кипр компания создала такой конгломерат и предлагает вам совершенно новый проект. Он называется Four Seasons Life. Находится он в поселке Боас, то есть неподалеку от Искеле, того района, где все наши компании базируются. И это нулевая зона, скажем, до моря, то есть это первая, самая первая линия. Таких больше пустых земель на Северном Кипре нет. Именно это и делает привлекательность данного проекта, его уникальность, так скажем. Мы предлагаем в этом комплексе 6 типов недвижимости. Всего планируется 420 объектов недвижимости. От квартир-студио при въезде до таких фронт-вилл на первой линии. У каждой виллы свой частный бассейн. Немножко другой вид, то есть будет небольшой также пирс на комплексе.
инфраструктура, бассейн, спортивные площадки. Мы об этом тоже немного поговорим. И давайте немножко сакцентируем внимание на том, что мы предлагаем. Виллы Seagate 3+1, то бишь 3, спальня, гостиная, кухня. Первая линия, свой частный бассейн у каждой виллы, планировочки здесь. И где это будет находиться, это вот как раз-таки первая зона, море в этой стороне. Варианты также трехспальных таунхаусов, то бишь 3+1 таунхаус, Sea Pearl. Половинка дома, то есть весь дом на две семьи, половинка на одного владельца. И также планировки, где это будет находиться. Также для тех, кому интересны две спальни, у нас и двухспальные таунхаусы представлены, апартаменты, квартиры, две спальни. Интересные предложения: первые этажи со своим садиком, вторые этажи с частной террасой на крыше. Квартиры с одной спальней, тоже двух типов. Первый этаж, квартира занимает весь свой этаж. И на втором этаже это вариант лофт, это гостиная, кухня, первый этаж и спальня на втором этаже. По периметру комплекса располагаются апартаменты, а в центре это частные дома, таунхаусы, виллы. И при самом въезде на первых этажах это коммерческие помещения, это магазины. Компания будет предлагать это в аренду. И вторые этажи это квартиры-студио. Вот так они находятся на первом этаже. Очень удобные планировки, как показала практика, квартиры-студио, то есть небольшие комнаты, они прекрасно сдаются в аренду, они очень удобны для активного проживания, для именно туризма, для отдыха, для инвестирования. Мы для вас предлагаем разную инфраструктуру, детские площадки, фитнес, морские зоны. Это первая береговая линия, то бишь чем можно заниматься всем, чем интересно. Старт проекта планируется в ближайшую неделю, то есть мы можем предоставить вам всю информацию в течение нескольких дней. Проект будет разбит на 3 этапа, готовность первого этапа примерно в течение 2 лет. Стартовые цены по комплексу ориентированы на 50 тысяч фунтов, английский фунт. Мы уже немножко поговорили, то что как бывшая английская колония, цены все зафиксированы в английском фунте стерлинге. И по привычке, по правилу, наверное, автомобили и квартиры продаются в английских фунтах. Мы предлагаем, самое главное, что компания предлагает для вас, это беспроцентные рассрочки, то бишь для вас и для ваших покупателей, если здесь имеются партнеры. Первые взносы от 30% от стоимости, и до получения ключей нужно будет внести остаток 70%. Это беспроцентно, без кредитов, без ипотек. Ну и в принципе, спасибо большое, что вы досидели до нашей презентации. Нам очень приятно здесь находиться. Мы завтра, да, я думаю, со всеми пообщаемся. Если у вас какие-то будут вопросы дополнительно, то мы очень рады с вами их обсудить. Спасибо еще раз.